Продолжение выпуска о спорте. Недавно в России свой 84-й день рождения отметило международное единоборство самбо. Самооборона без оружия – именно так расшифровывается аббревиатура. Советские, а потом и российские спортсмены всегда лидировали в этом виде спорта на мировой арене. Теперь новых победителей будут растить в Твери. В областной столице открыт клуб единоборств с чемпионами и заслуженными тренерами в этом виде спорта. Руководитель спортивной школы единоборств по борьбе самбо и дзюдо, а также создатель условий для подготовки спортсменов высшего мастерства Алексей Герасимов собрал именитых тренеров под одной крышей. Один из них – основатель самбо, дзюдо и джиу-джитсу в Тверской области Александр Соколов. Автор уникальной методики обучения будущих чемпионов. Она не раз доказывала свою эффективность и приносила результаты. Это совершенно закрытая методика, но она все побеждающая. Она не знает аналога в мире. Я с ней создал школы в Америке, во Франции, в СССР. Те, которые придут, постепенно познакомятся. Они будут по этой методике заниматься и расти. Это не дело одного дня. Если я сейчас начну, то в 10 классе должны уже быть на чемпионате Европы. В клубе имеется все необходимое для удобства будущих чемпионов. Здесь есть где развернуться, пол выстлан безопасным покрытием, нет проблем с освещением. Вместе с Александром Соколовым, главным тренером спортивной школы, занятия по самбо и дзюдо здесь ведут тренеры Владимир Коваленко и Алиса Козыркина. В свое время каждый из них добился серьезных результатов, а теперь они готовы поделиться своим опытом и секретами мастерства. Самбо – борьба без оружия, которая нужна в трудный момент. У меня есть свой клуб, я тренирую. Но лучших я буду ребят отдавать в этот клуб. Я, Александр Соколов, возглавил это движение. Спортивная школа единоборств объединяет заслуженных именитых тренеров, молодых борцов и совсем юных ребят. Тренеры клуба добились в спорте высоких вершин и теперь готовы поделиться своими знаниями, чтобы воспитать новых победителей. Приглашаю всех детишек, талантливых, немедленно давать по нам руководство. И родителям напоминаю, если вы хотите, чтобы ваши дети делом занялись, наш адрес — улица Макарова, дом 70. Я вас всех жду каждый день, приглашаю всех на сотрудничество. Регулярные тренировки позволяют развивать координацию, быстроту реакции на происходящее, внимательность, дисциплину, контроль собственных эмоций и еще много умений и качеств, которые будут полезны и в школе, и в дальнейшей жизни. Спортивная школа единоборств по борьбе самбо и дзюдо находится по адресу: город Тверь, улица Макарова, дом 70А.